К другим темам. Лучшего пахаря России выберут в Саратовской области. Финал 4-го чемпионата страны по пахоте пройдет 22 и 23 мая в Марксовском районе. Состязания проводятся в соответствии с правилами Всемирного чемпионата, существующего уже более 60 лет. Соревнующиеся мерились силами в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Владимире. В этот раз в российском чемпионате примут участие также команды из Эстонии, Голландии и Германии. Традиционно в состав судейской коллегии войдет генеральный секретарь Европейской пахотной организации Март Баккер. По словам организаторов чемпионата, сбор конкурсантов на территории Марксовского района начнется уже в ближайшее время. С сегодняшнего дня у нас идет уже активная подготовка как поля, так и приезд техники. Ну и, конечно же, мы будем встречать гостей уже начиная с начала следующей недели. Уже заявлено 35 механизаторов из 30 субъектов Российской Федерации. Это больше, чем в предыдущие годы. Между тем, в регионе подготовка к чемпионату уже идет полным ходом. Так, 12 мая с базой «Саратов Агропромкомплект» состоялся перегон 10 единиц сельскохозяйственной техники к месту проведения соревнований.